Всем привет, друзья! В последнее время, а точнее, наверное, в последних месяца 2 или 3, мне стало писать все больше и больше людей в личку, в частности в Инстаграме, и интересоваться по поводу недвижимости в Батуми. Да? Какая цена, кому можно приобрести и так далее. Так вот, мне это самому стало интересно, и я сегодня решил снять ролик, и нам в этом поможет менеджер компании Rene Sensity. Итак, девушка, которая занимается продажами, она же менеджер по продажам, зовут Нона, и она сейчас нам все расскажет. Здравствуйте. Как называется компания? Это строительная компания Rene Sensity, а это наш проект La Batumi Familia. Когда началось строительство и когда вообще окончание? Так, строительство началось год назад. В конце в этом году строительство будет закончено, и вы можете начать делать ремонт. А в мэрии будет передан 2023 года. Скажите, ну, насколько объектов у застройщика? Так, это наш первый проект, поэтому мы строим максимально качественно и ответственно. Я вам скажу, от нашей директора, господин Георгий Сурманидзе, он владелец аптечной сети «Глюкоза», и господин Раул Сурманидзе, он владелец супермаркетных сети «Биллион». Это означает, что мы очень надежная компания финансово, и тоже Банк Грузии финансируется наш проект. Нона, скажите, а сколько этажей в комплексе? Наш проект состоит от 19 этажа, 15 этаж уже закончено, а 16 этаж находится в стадии строительства. Это будет как жилищный комплекс, либо же все-таки... Да, как... полностью будет жилое, типа. То есть это не апартаменты, не да? Не апартаменты, да. Угу. Паркинг тут предусмотрен какой-то? Да, наш проект обязательно будет подземный паркинг где-то для 50 автомобилей, и тоже надземный паркинг будет где-то до 30 автомобилей. Паркинг этот, который будет подземный, он будет платный, либо в аренде, либо он как-то предоставляется? Расскажите. Это будет платный, да. Я думаю, что многим будет интересно, будет ли здесь детская площадка и как она будет благоустроена вообще, как это примерно будет выглядеть. Да, наш проект будет собственный двор на 1500 квадратных метров. Здесь будет детская площадка, а здесь будет надземный паркинг. И рекреационной зоны тоже будет. Какая тут будет инфраструктура в комплексе? Так, что касается внутренней инфраструктуры, на первом этаже будет ресепшн, кафе, ресторан, и на втором этаже будет бизнес-центр, фитнес-центр, а на третьем этаже будет терраса, и на крыше тоже будет терраса. Все-таки много людей любят задавать вопросы, да, то есть такого рода. Сколько лифтов будет в здании и какой они фирмы? Вот так уже. Наш проект будет 2 лифта, фирма Mitsubishi, это будет пассажирный лифт. То есть 2 пассажирских лифта. Здание это, оно будет газифицировано? Да, обязательно будет, потому что это жилое типа. Сейчас мы поднялись на 5-й этаж. Угу. Подскажите, сколько всего квартир в здании и сколько вот на каждом этаже будет? Все в здании есть, у нас есть 285 квартир, а на этаже будет 15 квартир. Какая самая маленькая планировка квартиры, да? И какая самая большая? Угу. Самая маленькая квартира у нас есть, например, 27-28 квадратных метров. Это такая-то студия тип. Угу. А самая большая у нас есть 96 квадратных метров. Это самая популярная квартира для 3,5. Смотрите, я видел проект, да, дизайн, там уже как бы есть ваш проект. Скажите, могу ли я, как вот собственник, да, как-то сделать перепланировку, то есть сделать свой проект какой-то, там, стенки, перегородки какие-то? Да, вы можете представить нам свой дизайн, свою планировку, а мы будем делать так, как вы хотите. То есть без проблем, да? Да, без проблем. Те, кто уже давно ищет квартиру, они уже знают. А вот новички, которые только сейчас хотят инвестировать в недвижимость в Грузии, они не знают, что такое черный каркас и что такое белый. Вот расскажите подробнее. Черный каркас – это значит, что у него входит металлопластмассовый стеклопакет с двойным стеклом, железная входная дверь, наружные стены квартиры, термо- и гидроизоляция фасада, подведенные квартиры коммуникации, как электричество, вода, газ, капельное телевидение, и балкон тоже будет полный. Полностью облицованный керамической плиткой. А белый каркас значит, что у него входит стяжка, электропроводка внутрь квартиры, сантехника, установление щетки, так вода, газ и электро. А газ тоже будет заведен в квартиру, внутренние перегородки будут желанию построены и оштукатурнее, и потолок и стены обработаны строительной штукатуркой. Скажите, а какая будет высота потолков, то есть уже вместе со стяжкой? Будет 3 метра. 3 метра, да, высота? А из каких материалов будет выполнен фасад?
Так, фасад полностью будет такой-то тип аликарбон, и полностью будет витражные остекление. А, то есть остекленные. Остекленные, да. И, наконец, мы уже подошли к самому интересному. Да? Угу. Какая цена за черный каркас, то есть вот от и до? Для черного каркаса цена начинается до 650 долларов, а белый каркас это плюс где-то 50 долларов. Угу. Это черный от 650 долларов, да? Да. А белый еще плюс 50. Плюс 50. Да. Например, это 49 квадратных метров угловой вариант. И на 15-м даже цена так 650 долларов для черного каркаса. Нет разницы. А самая дорогая цена? Самая дорогая где-то 80 долларов на 18-м этаже. 800 долларов, 800, да? 800, да. Есть ли какая-то рассрочка, ипотека, какой первоначальный взнос и на какой срок это может так, быть? У нас есть внутренняя беспроцентная рассрочка на 3 года. Первый взнос это 15%, и тоже клиент может использовать ипотеку, потому что наш проект зафинансируется Банк Грузии. Это еще раз гарантирует, что ваш квартира будет сдан во время. То есть вы работаете с Банком Джорджии, да? Да, да. В нашем проекте уже продано где-то 65% нашей квартиры, а все граждане могут покупать квартиры в нашем проекте. И наши клиенты из России, из Белоруссии, из Украины тоже. А что касается ежемесячного платежа, это будет где-то 15 долларов, а в него входит уборка, охрана для всего комплекса, для паркинга, для двора и так далее. Это хурма, да? Да. А то? Алыча, да? Алыча. На территории этого комплекса мне бросилось в глаза то, что много зелени, как с той стороны, так и с этой. И я поинтересовался, что это за деревца. Кстати, эти деревья, они все остаются здесь. Их специально оставили, чтобы они делали такую свою атмосферу. Это хурма, а там, с другой стороны, там растет алыча. То есть, представляете, выходите, и вот прямо вот экзотические фрукты у вас растут во дворе. Друзья, если вас заинтересовала одна из этих квартир, можете писать смело мне. Координаты моих контактов будут в описании. Это Instagram, пишите сразу в директ, либо же WhatsApp. Пишите, но не звоните. И я вас свяжу уже с Ноной, с менеджером. Скажите, а сколько метров до моря вот от комплекса? От этого? Наш проект находится где-то 400 метров от моря. А инфраструктура рядом уже какая-то есть, будет она? Да, здесь рядом будет, у нас есть торговый центр, бизнес-центр, ресторан, кафе, школа и детский сад тоже, и новый бульвар. То есть школа и детский сад, да, уже есть, да? Да, обязательно, да. Вообще здорово. И правильно ли я понимаю, что когда человек оформляет рассрочку, ипотеку, то у него уже будет свой договор, да? Да, будет подтвердительный договор от собственности будущей. Какие нужны документы для того, чтобы человек мог прийти и сразу вот уже с документами? Так, нужные документы – это паспорт, мобильный номер и адрес. Мобильный номер должен быть грузинский, либо любой? Любой мой. Любой, да? Да. Ну, в принципе, то есть никаких таких сверхдокументов здесь не надо, как я понял. Да? Угу, да. Ну и расскажите, может быть, все-таки у вас есть какие-нибудь интересные такие бонусы, плюшки, знаете, то есть такое вот... Да, дорогие друзья, у нас есть такие-то очень хорошие акции для вас. Это означает, что у нас есть подарок для вас. Если вы покупаете квартиры в нашем проекте и вы будете полностью заплатить, мы подарим вас белый каркас. Угу. То есть, если человек сразу сделает полный взнос, да, то белый каркас мы подарим белый каркас. Будет в подарок. Это очень важно. Очень интересно даже. Дорогие друзья, добро пожаловать в Грузию, в Батуми, в этом отличном природе, погодам. Мы ждем вас.